Да. Я иду к зеркалу. Вот. Я сегодня одела свои новые штаны от Stradivarius. Классные. Они такие легенькие. Как раз сейчас погода классная. Такие разлетаечки. Обосранки. Ваня еще их называет. А, вот. Мы сейчас едем в магазин. У нас кошки остались без корма, поэтому мы сейчас едем за кормиком. Короче. Ваня это решил уже полностью по-летнему одеться и одел сланцы. Говорит, что ему непривычно, да, Зе? Сегодня утром проснулись, а я от... Ваня, ты открыл, да, окно? Короче, мы открыли окно, и мы уже спим без одеяла, такой ветерочек, такой не ветерочек, а воздух такой был летний, такой приятный, мне сразу напомнило лето, и вообще на улице шикарная погода, но если, знаете, как обычно, выглянешь на улицу, посмотришь, в чем люди одеты, и понимаешь, какая на улице погода, да, то сейчас это очень-очень сложно, потому что кто-то ходит в шортах, в футболке, кто-то ходит в кофте и в сапогах, кто-то в куртке, кто-то в шапке, кто-то с шарфом. То есть сейчас настолько люди все по-разному одеваются, что когда выглядываешь на улицу и смотришь, чтобы понять, какая на улице погода, понять нереально. Вообще. Ну, сними сейчас, смотри. Ну вот, смотрите. Не, через стекло, наверное, будет плохо видно. Вот одна футболка на велосипеде, второй в кофте, третий в рубашке. Кто-то в двух кофтах. Короче, такие люди неоднозначные. Ну и мы с Ваней тоже по-разному одеты. Ваня в шортах, футболке, в шлепанцах, я в штанах, в лодочках и в майке. В принципе, тоже особо не поймешь, кому как, холодно или жарко. Вот, мы сегодня завтракали, и я насыпала корм, последний корм высыпала вчера, по-моему. Вчера я вечером высыпала последний корм кошкам, и мы сейчас срочно едем покупать, потому что кошкам нашим нечего кушать, мы минимаем. Вот, то есть мы сейчас едем в магазин, если честно, я не знаю, в каком мы магазин едем. Ваня говорит, ты поняла, в какой мы магазин едем? Ну, тот, там, где овощи для кошек продают. Я все поняла, так что Ваня везет меня, я не знаю, куда, мы едем. Все я поняла. Вот, и еще нам нужно будет заехать в магазин и посмотреть формочки. Мы сегодня, тетеля сегодня будет печь, а я буду ее снимать. Будем сегодня куличи, пасочки, вот эти вот, все это делать. Поэтому скоро на семейной кухне будет и рецепт, видео. Вот. Сегодня, так что, будет, скорее всего, мы весь день будем дома заниматься съемками, готовками. Вот, Ваня начнет заниматься. У него, знаете, как получилось, что... каникулы, да, и после каникул сразу два экзамена, поэтому ему придется на каникулах заниматься. Вот. Так что вот такие вот дела. И на улице жара, тепло, круто на улице. Вообще летняя такая погода, обалденная. Может, мы сегодня на пляж успеем съездить, просто погулять на пляже, потому что сейчас загорать. Я вчера, кстати, немножко вот вечером буквально мое лицо было на солнце, и я не мазала, естественно, кремом, и оно у меня было таким красноватым слегка. Слегка это вообще громко сказано. Вот, в принципе, погода позволяет именно просто посидеть на пляже, знаете, погулять там, не купаться. Хотя загорать можно, но очень-очень-очень осторожно. Ну, посмотрим, как у нас там получится со съемками, сколько времени мы потратим, поэтому все зависит только от нас, правильно? Правильно. Возможно, мы целый день дома будем, Целый день дома будем. Мы вчера так нагулялись, получилось так, что мы утром были на тренировке, потом поехали в Барселону. Там очень много ходили пешком, и мы когда приехали домой, я просто легла и уснула. Уснула, потом проснулась, попила воды и опять уснула. То есть я очень много поспала, сейчас мне спать вообще не хочется. Я сейчас готова бегать, прыгать, творить, не знаю, что делать. Правильно, поспала больше всех. Да, я поспала больше всех. Ваня говорит, давай поспим. Я говорю, нет, не хочу я спать, вставай. Не, ну давай поспим. Так что вот такие вот дела у нас. Вот, сейчас покажу вам немножко, где мы едем. Мне нравятся вот такие вот дома, видите, вот блоки. То есть это этажные квартиры, скажем так, да, только террасы есть на обратной стороне, дуплекс. Ну,
на русском тоже будет, да, дуплекс? Я не знаю, дуплекс или дуплекс. Вот. Через улицу. Заправка здесь. Это новый район, здесь новые дома. Ну, сравнительно новые. Не новые. А, ты в этот магазин, он закрыт. Как закрыт? А нет, открыт. А, вот, вот этот вот магазин видим. Здесь будем корм покупать. Отлично. Мы прям в магазин заезжаем. Все, купили мы кумочки корм. Вот такой вот мы покупаем. Она когда у нас была маленькая, мы тоже... Сначала она у нас такой ела, а потом не детский. Такой. Она детский ела. Но это не детский. Нет, это, Зай, это для мамы и для котят. Он сказал, что когда котята родятся, и когда они будут переходить на сухой корм, этот корм дается котятам. Да. Потом там еще есть следующая линия, которую мы давали Пуме, которую мы покупали. Кит называется. Кит, ну, кит, это для кит для котят, а это для мамы. Вот, так что Пума у нас сейчас будет вот этот корм кушать. Роял Канин. 2 килограмма. У нас 2 килограмма. Сколько стоит такой у нас корм? 24 евро. 2 килограмма стоит 24 евро. Очень дорого, блин, зараза. Но здесь собраны все витамины, все, что нужно для беременных кошечек. Так что Пума у нас... Тут смотри, 50 грамм. 222 калории, Зай, в корме это. Ну, по идее, должно этого хватить на 40 дней. На 40 дней, да? То есть на больше, чем на месяц должно хватить. Так, сейчас почитаем. Так, сейчас мы приехали в Меркадону. Ой, смотри, отсвечивается этот корм. Приехали в Меркадону, нам нужно купить Пуме мясо тоже. Мы ее подкармливаем мяском. Там курица и индюшатина, и что-нибудь. Что, Зай? Я не услышала, Зай, что? Ладно, так что идем. И плюс Майе нужен корм другой купить, потому что она у нас не беременна, ей нужен обычный для взрослых кошек корм. Тут рядом с Меркадоной, вон Меркадона, есть магазин, шопинг-центр. Мы сейчас идем туда, нам нужно посмотреть формочки для пасочек разных, ну и вообще посмотреть, что идем внутрь. Ой, Bienvenue. Добро пожаловать. Так, мы решили взять вот такие вот, с этими, с формочками здесь немножко проблема, именно для пасочек, и одну хотим вот такую взять. Ну, мы маме Ваниной пишем, так что, скорее всего, будут вот это вот и вот эти вот. Потому что таких вот формочек, которые вот именно для паски, пасочек, нету. Все только для кексов каких-нибудь, для тортиков. Вот кексы, тортики. А вот такие вот, чтобы были, как нам надо, то нету таких. Вот эти, они без дна все. Говорит, две. Две взять? Давай две. Ой, чуть не уронила. Все. Вот так? Ну все, пойдем. Пошли на кассу. Смотрите, какой здесь прикольный потолок. Круто, да, сделали? Мы только сейчас заметили, кстати. Все, что нужно, мы купили. Мы вернулись домой. Сейчас, Ваня. А что ты сюда не станешь там делать? Не хочешь туда? У нас у соседей снизу делают ремонт. И вот стоит этот... Контейнер с мусором, Там свободное место. Ваня туда не захотел вставать. Мы паркуемся здесь. Вот. Так что сейчас идем домой, и у нас начинаются съемки. Мы будем с Ваней по очереди снимать, да, Зай? Потому что там долго снимать. Угу. Хорошо? Отлично. Катя, расскажи нам, что ты готовишь? А, уже снимает? Значит так, я готовлю индюшатину. Мы в последнее время очень часто кушаем индюшачье мясо. Индюшачье. Вот, тетя Оля вчера сделала очень вкусную вкусняшку. Короче, это овощи здесь, кабачок,
синенький и перец, запеченные в духовке. Потом вот оно целиком все запекается, потом нарезается. Вот, сейчас я помидорчики тушу, то есть здесь ни капли масла, то есть тупо помидоры и соль. Потом сюда я добавлю вот это вот, то что мне нравится горячим могу кушать, теплым. И потом добавлю чесночок, это будет такой у нас овощной гарнир к мясу, к птице. Угу. Так что вот такие дела. Ваня снимал сейчас тетерю, вот тут тесто стоит, это для этих там его не видно. Что они первую часть уже отсняли. Теперь сейчас обедаем, а потом вторую часть будет снимать. Ваня мне такой вкусный кофе сделал, где его уже допиваю. У нас там это, ремонтируют. Пойди на балкон сними, у нас там дорогу ремонтируют. Видел? Все, я пошел. Давай. Пришел я на балкон, но ремонт не видно. Так, уже. Короче, там что-то делают. Смотрите, моя кисонька спит. Моя беременная мамалька спит. Моя девочка спит. Да? Спит моя девочка. У нее уже пузико немножко появляется. Она такая тяжелая становится. Моя девочка. Смотрите, как нервничает. Кстати, по поводу того, почему она спит в другой комнате, а не в нашей. Дело в том, что в этой спальне, это спальня тетёрки дяди Вовы, и как бы днем здесь очень, ну, как бы практически никогда никто не находится, да? Вот, именно эта комната играет роль спальни. А Пума очень любит уединяться. Она любит, когда она одна спит, чтобы ей никто не мешал. Поэтому они с Маечкой, Маечка тоже иногда здесь спит, поэтому они сюда приходят и спят здесь. Если, допустим, Пума, ну, хочет именно побыть с нами, она приходит к нам в комнату, спит с нами, там играется. Вот, а когда хочет уединения, она сюда приходит и здесь спит. Здесь их никто не, ее никогда никто не трогает. Я иногда прихожу, поглажу и уйду. Вот, поэтому она здесь часто спит. Поэтому она здесь часто спит, да? Да, моя кисонька? Прибалдела немного. Она попила молока, покушала корм для беременных мамаш. На ужин ее ждет мяско. Все, пусечка, отдыхай. Слушайте, так классно, что вернулось уже летнее время, уже 7:30, и у нас еще светло, солнышко светит. Так, камера, что за фигня? Опять она выделывается. Ну уже, фокусируйся. Фокус. О, все. Ваня опустил персиану, потому что ему было не видно монитор. Вот, и так классно, уже вроде поздно, да, ну как бы вечер, а на улице еще светло, так по-летнему, замечательно. Вот, я сейчас опять даю корм Пуме, она сейчас ест. А почему она здесь ест? Потому что мы поговорили с продавцом, он нам сказал, что корм для беременных лучше кушать, ну, естественно, только беременные кошки. А так как у нас есть Майя, она у нас не беременна, то как бы... Нужно отдельно ей давать этот корм, потому что Майе он не будет таким полезным, потому что он очень жирный, этот корм для беременных. Много разных витаминов, много разных жиров, которые нужны и для кошки, и для котят, да, для того, чтобы они развивались, росли и все остальное. Поэтому я ее забираю несколько раз в день, беру на руки, забираю ее сюда, она кушает, и потом я уже открываю, и они тут обе ходят, гуляют, вот. Так что вот так. Меня там ждет чай. Мы сейчас все вместе будем пить вкусный чай. Так что мы пошли чай манить. Сегодня наша очередь убираться. Поэтому как бы мы по очереди убираемся. Сегодня наша с Ваней очередь. А Ваня везде пылесосит. Умничка, в комнате он уже у нас попылесосил. Он пошел пылесосить дальше. А я, моя очередь мыть полы. Так что я пошла за ведром и буду начинать все мыть.
Мы вышли на прогулку, я только что настраивала фотоаппарат, потому что он опять у меня был не в фокусе. У нас мини-прогулка, мы идем выносить мусор. Мама над нами посмеялась, сказала, круто, вы ходите гулять до мусорки и обратно. Но зато после уборки хорошая прогулка вечерняя. Все, мусор вынесли, поубирались. Мы молодцы, да, Зай? Все дела сделали. Все дела сделали. Теперь можно идти отдыхать. Ой, как хорошо на улице, слушай. Это прохладненько, не жарко. О, смотри, у нас желтые розы цветут. Желтенько. Каждый цветочек, Катя, покажет. Я покажу каждый цветочек, если нужно будет. Я прусь по цветам, мне. Ой, я его видел, за ним наблюдал. Ой, слушай, так темно, уже просто темно. Уже просто темно. Ой. Все, возвращаемся домой. Ваня у меня сидит, кушает и там делает... Работает, короче, на компьютере. Вот, а я хочу попрощаться с вами. Завтра у нас такой активненький день, нужно рано встать, у нас завтра тренировка. Так что я сейчас буду монтировать видео и ложиться спать. У нас сейчас 11:30. Да, как бы рановато, но пока я все сделаю, уже будет поздно. Так что всем спокойной ночи, хорошего вам сна. Вот, чтобы снились вам хорошие сны. Спокойной ночи и увидимся с вами завтра. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.